Добрый день, господа. Сегодня решили устроить пострелушки. Они актуальны, модны, интересны. Вот. Наш эксперимент. Стрельба из ружья и арбалета. Больше дуй. Убойная зона. Я не знаю других мишеней. А зачем три шарика? Там пчелы. Мне красненький, подвяжите. Значит, частота эксперимента. Мы находимся на линии ЛЭП. Столбы расположены на расстоянии где 210, где 220 метров. Ну, поверьте на слово, здесь сейчас 100 метров. Дабы не слыть вруном, у меня есть с собой двое понятых. Господа, подойдите, пожалуйста. Уроженцы Ивановской области. Господа, гарантируете ли вы говорить правду? Да, и только да. Подтверждение. Да. Согласны. Руки как подняли. Вот. Библии нету, не могу. Спасибо, господа. Спасибо. Вот. Мы на самом деле сейчас промеряем лазерным дальномером. Вот. Алексей Алексеевич сейчас будет пытаться ставить мировой рекордик. Вот. Ну а мы подстрахуем его. Прошу, Алексей Алексеевич. Так, я так понял, что мне достался. Красный. Сейчас посмотрим. Боеприпасом выбираем стрелу Мишин, показавшуюся наиболее точной стрелой. Стрелять будем с рук. Да, Жень? Да! Ну чё? Авантюра. Авантюра! Когда я выстрелю, все заорёте: блин, ни хрена себе, и так далее. Мы таких слов не знаем. А если промажешь, что мы заорем? Тихо. Прицелил. Ниже. Стреляй. Блин, на стреле лежал ящик. Это хорошо. Ну-ка. Внимание. Охренеть. Поди картечью зарядил. 100 метров. Охренеть, это да. Это правильно. Мы работаем для вас. Пока интервью там дай. Сейчас неудачники идут проверять результат. Не был бы шарик дырявым, тому подобное. Пулю Илья Николаевич дал. А, автор пули Илья Николаевич. Вот. На самом деле, даже повторять не буду. Мне это забавно. Видишь, как плохо жить без желудочной железы. К сожалению, арбалет сломал стрелу еще на старте. Слишком большая мощность. Но у меня есть еще одна. На самом деле, сегодня что-то стрельба идет. Давайте попробую из арбалета, хотя это неправильно, но попробуем. Свидетели выстрела. Понятые. Thank you.
попал. Реально попал. Повезло. Повезло. Сто метров с рук. Ну что, надо пойти посмотреть. Я бы не ходил. Пусть еще чуть-чуть постоит. Ну, на самом деле, выстрел случайен. Мы провели несколько десятков выстрелов, чтобы попадать вот в этот вот круг, когда пристреливали. После этого был повешен шарик, что лишний раз доказывает, что, ну, стрельба на такие расстояния запредельные, это больше доля везения, чем закономерность. Но, тем не менее, предела совершенства нет. Пробуйте, стреляйте. Аплодисменты. Всем хорошего дня. Да, это сегодня мой день, на самом деле. Все проплачено! Два ивановских свидетеля.